Манник в мультиварке. Нам потребуется 3 яйца, грецкий орех, кунжут, разрыхлитель теста, ванильный сахар, стакан муки, стакан сахара, стакан кефира, стакан манки и сливочное масло. В стакане кефира, добавляем стакан манки. Оставляем на 30 минут, чтобы это все разбухло. Уже 30 минут прошло, поэтому добавляем сюда стакан сахара. Разбиваем 3 яйца. И все это миксером взбиваем до однородности. Также добавляем ванильный сахар и разрыхлитель. Постепенно добавляем муку небольшими частями. В тесто добавляем кунжут, но это не обязательно, по желанию. И также смешиваем миксером. Чашу мультиварки смазываем сливочным маслом и выливаем тесто. Сверху для украшения посыпаем грецким орехом. Закрываем мультиварку, ставим на выпечку. Устанавливаем режим выпечка. И наша мультиварка начала готовить. Через час, думаю, у нас все получится.